Доброе утро всем, коллеги. Выхожу в эфир поделиться хорошими новостями. Это город Дар-эс-Салам, Танзания. Какое сегодня число-то, я уже начинаю. 15 июля 2016 года. Так, быстренький экспресс-выход в эфир. Сегодня оторвали меня от утреннего завтрака и кофе. Срочно приехал из строительной майнинговой компании. Из компании, занимающейся строительством, в том числе для добывающих компаний, очень хотел увидеть по рекомендации ТПП, Торгово-промышленной палаты Танзании. Вот, значит, мы с ним сейчас вот только закончили, где-то минут 40 обсуждали. Вот, короче, он наш, и у нас появился партнер на территории Танзании. Не знаю, насколько это хорошо это или плохо, конечно, я шучу. Вот, но человек сказал то, что надо сейчас уже начинать работать. В выходные ждет от меня все необходимые документы по технологии, презентует своему шефу, и они готовы начинать, они понимают, что чем раньше начнешь, тем раньше закончишь, скажем так. Смысл ждать октября, они говорят, что ну, мы и так видим, что вы все покажете, там, в октябре это будет, там, в ноябре, неважно, то есть видно, что вы реальны, вот, они понимают, что для Танзании такая технология, это очень круто, и он говорит, тут же понятно, что никакой магнитной левитации нет, мне в Танзании, говорит человек, начинает мне уже сам про струнный транспорт объяснять, да, он говорит, тут магнитной левитации никакой нет, ну, видно, что это дешевле, чем обычная железная дорога, так что, что, отлично, давайте вместе работать. Вот, я так посмотрел вкратце, да, это реально существующая компания, строительная, но понятно, что проведем свою разведку, вот, но, в принципе, люди адекватные, вот, позвонил даже там сам хозяин компании, вот, попросил прощения, что не смог приехать, сказал то, что это его доверенное лицо, и, как бы, с ним все вопросы, все сделаем. Так что, вот, я говорю, внезапно пойду, короче, кофе допивать. Вот, сегодня еще предстоит поработать. Все, ну, спешу просто поделиться с вами хорошими новостями, сделать эту пятницу. Сегодня же пятница, да? Пятницу немножко повеселее. Опять же, говорю, да, то, что там радоваться и хлопать в ладоши и прыгать пока рано, но в любом случае хорошо, когда Skyway рождает отклик, вот, и люди довольно быстро врубаются, и, ну, это бизнесмены, с ними легче. Потому что, конечно, когда ты начинаешь общаться с какими-то, не знаю, людьми, которые не знаю, о чем думают, там, ну, там, сложно бывает периодически донести, вот. Ну, например, там, какие-нибудь ребята, которые на тендерах сидят, вот. А, в принципе, с бизнесменами говорят, что давайте работать, что такого-то. Мы здесь понимаем, что интересно, правильно. Вот, все, давайте, всем всего доброго. Я сегодня вечерком еще выйду на связь, что-нибудь вам расскажу.